Хотя татарская эстрада для русскоязычных меломанов явление столь же далекое и непонятное, как Альфа Центавра, Фирдуса Тимаева российский сегмент интернета знает и любит. Рунет даже прочно закрепил за звездой татарской эстрады титул татарского Григория Лепса. Многие говорят, что я похож на Лепса. И я на самом деле там еще фотки сделал специальные. Вот так, типа. Потом я сочинил песню специально под Лепс. И эту песню все полюбили. Мне говорят татарский Лепс. Почему? А хотя, может быть, похоже, это я не могу так. А когда уже сказали, ладно, я еще пародию там специально сделал. Это на самом деле даже не шутка. Может, на самом деле, как у нас похоже, у нас, походу, похоже, харизма. Давайте возьмем то же самое русский стран. Разве сейчас интересно там смотреть что-то? Потому что все косят с Европы. Там разве интересно? Наша татарская эстрада сейчас копирует с русской эстрады. То же самое. Но забывать не надо. У нас есть менталитет. То есть завоевать русский рынок для вас не самоцель? Народ выбирает сам. Но у меня есть очень огромная большая там мечта. С этой вот соловей песни вот «Айда-айда, соловей, ну-ка, послушай меня». Среди зрителей есть зрители, которые татарский не понимают? Я сейчас песни спою на русском. Айда, айда, соловей, ну-ка, послушай меня. Только ты исполнить можешь, прибавить желание. Это моя соловушка, ну-ка, послушай меня. Почему я хочу с этой песни выйти? Потому что это, я специально писал под русскую гармонию. У меня есть мечта, на самом деле, вот записать 10 песен русских, вот потом, ну, хочу попробовать именно... Русский альбом. Русский альбом, и просто у меня мечта вот какой-то вот на русском эстраде выступать какой-то там, ну, на их сборном концерте. Если народ воспримет, это уже другой вопрос. Значит, и, знаете, вот ко мне приходят русские, да, они все говорят, хотя я не понимаю татарский, но мне нравится. Получается, ребята, дело не в языках, дело у тебя в душе. Мы же слушаем иностранную музыку, хотя мы там нифига еще не понимаем, да, ничего не понимаем. Но, значит, дело не в этом, дело в энергии. Ярослав Щедров, Антон Антонов, специально для новости у Правды ТВ.